Если вы являетесь обладателем электрогриля, тогда рекомендую попробовать приготовить шашлык из телятины. Ниже представленный рецепт расскажет, как приготовить вкусное мясо. Маринад из киви очень хорошо размягчает мясо, поэтому он отлично подходит для телятины или говядины. Но увлекаться маринованием не стоит. Если передержать, то мясо будет безвкусным. И обязательный момент – солите непосредственно перед жаркой. Подготовьте необходимые ингредиенты. У мяса удалите пленки и нарежьте кусочками весом по 30 грамм. Подготовьте необходимые ингредиенты. У мяса удалите пленки и нарежьте кусочками весом по 30 грамм. Смешайте в чашке мясо, лук и киви. Не солите. Уберите в холодильник минимум на 3 часа, но не более 6. По истечении времени достаньте мясо. Посолите по вкусу. Подготовьте электрогриль. Если необходимо, смажьте тонким слоем растительного масла. Мясо насадите на деревянные шпажки. Положите мясо на разогретый гриль и обжаривайте. Через 7-10 минут переверните. Дожаривайте в пределах 5-7 минут. Следите за процессом обжаривания, чтобы не пересушить шашлык. Блюдо готово. Подавайте со свежими овощами, любимыми салатами и соусами. Приятного аппетита!